Жители начинают готовиться к Новому году. В Муроме открылись хвойные базары, пока только искусственных елок. Бойкая торговля мишурой и шарами идет в самом центре города. Ближе к Новому году к самым разнообразным синтетическим елкам прибавятся и настоящие лесные красавицы. Таких площадок предполагается разрешить торговлю на восьми местах на территории города. Как всегда, традиционные. Это центральная часть города, район, так называемый хитрый рынок или торговый центр западный, а также микрорайон города Южный, поселок механизаторов, Вербовский и другие объекты подобные. Елки, как всегда, традиционно у нас привозят из Пермского края, а также у нас в окрестных лесничествах, то есть Лапник и Навашинский район, Сильвановский район и Мелентовский район.